В Махачкале прошел турнир на Кубок Северокавказского и Южного федеральных округов по волейболу среди мужских студенческих команд, посвященный памяти видного общественного и политического деятеля Суроката Асиятилова. Обладателем главного почетного трофея стала команда ДГУ. В финале за первое место хозяева площадки в трех партиях переиграли дружину Ставропольского государственного аграрного университета. Сыграли мы 4 игры, все выиграли. Самая сложная была, конечно, финальная игра, потому что в финале всегда бывают и напряженные игры. Мы выиграли, наверное, скорее были более мотивированы.